Всем привет еще раз. Ну что, как я и обещала, я набрызгалась, я разносила, относительно разносила. Безусловно, одного дня или там нескольких часов, это, конечно же, мало для аромата, но первыми впечатлениями я готова с вами поделиться. Итак, мандарин. Ну, конечно же, неспроста мой выбор пал на мандарин. Про ирис я уже говорила, что я не прохожу мимо ирисов. А мандарин у меня, конечно, ассоциируется с чем-то таким летним, солнечным, и я не ошиблась. Абсолютно в стиле молекул выполнен аромат, без сомнений. Это такая мандариновая, очень ароматная свежесть с душистой шкуркой и тонко-тонко такой карамельной леденцовой сладостью. Вот это у нас при нанесении, это в раскрытии, и все это постепенно, медленно трансформируется в такую полупрозрачную древесность. И древесность у нас явно от какого-то душистого дерева, могу предположить, что это именно мандариновые веточки. Вот он очень солнечный, он очень летний, с бесконечно естественным звучанием. Вы знаете, я вообще не могу себе представить, кого может оттолкнуть вот этот аромат. То есть такое стопроцентное попадание именно на теплое время года, он прекрасно, конечно, раскрывается вот сегодня на солнышке в тепле. Так, а на другой руке у меня ирис. Молекула ирис. Он меня очаровал, сразу говорю, очаровал своим абсолютно утонченным звучанием. Такая бесконечная чувственная композиция получилась. Я даже, честно говоря, не ожидала. Я очень спокойно отношусь к бренду Eccentric Molecula. Двоечку ношу, единичку, в принципе, люблю. Лимитка была пятерка. Мне очень нравится. Вот из последних работ я считаю, что пятерка очень достойный аромат с хорошим звучанием, с хорошего качества. Выполнена именно работа сделана. Но вот молекула 1 ирис меня, конечно, потрясла. Как я и сказала, это чувственность сама и, конечно же, ирис. Ирисы могут быть очень разные. Я не все ирисы люблю и ищу тот ирис, который я могу с удовольствием носить. И вот здесь именно такой ирис. Он дает здесь такую пушистую пудровость со сливочным привкусом. Но помимо того, что здесь вот есть вот эта мягкость ирисовой пудры сливочной, аккорд достаточно богатый ирисовый, он переливается с одной стороны такой теплой, но очень легкой пряностью, с такой тоненькой тоже остринкой. И вот они прекрасно балансируют вот эти вот сладковато-сливочно-пудровые оттенки. Очень воздушный аромат, в нем есть влага, в нем есть чистота. Вы знаете, у меня ассоциируется вот с таким пушистым облаком, в которое хочется просто плюхнуться и наслаждаться. Поэтому добро пожаловать. Новиночки доступны у нас на распив. Я сейчас постараюсь по-быстренькому добавить все это на сайт. Они будут доступны к покупке. Более подробные посты обязательно будут на странице. Но вот кому не терпится, уже можно писать мне в директ. Всем отличного настроения. Пока-пока.